В рамках партийных проектов «Старшее поколение» и «Добрые дела» активисты партии «Единая Россия» приступили к передаче продуктовых наборов жителям поселка Новоивановское. Работа проводится по инициативе депутата Совета депутатов Одинцовского городского округа от фракции «Единая Россия» Михаила Зимовца. Он сообщил, что всего заготовлено более 50 наборов. Их вручают участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям.